продукуємо шоколад і шоколадні вироби. Дуже файні і пишні праліни, шоколадки з додатками із заводів. Бізнес розпочинали в Білорусі ще у 2017 році. В Мінську ми займалися теж производством шоколаду. И имели достаточно большое предприятие. Но в связи с политическими событиями мы приняли решение переехать в Польшу. Польшу выбрали по той причине, что я имею польские корни, и мне Польша очень близка. И язык похожий, и мы уже сразу для себя решили, что нам здесь будет проще адаптироваться. Вроцлав для меня значит «юж дом». Свобода. Любовь. Wszystko.